Передавать эмоции и чувства через движение учатся хабаровские танцоры. Танцевальную лабораторию на 2 дня открыл хореограф из Санкт-Петербурга. Итогом работы стал вечер современного танца, который прошел на малой сцене Хабаровского театра. Что такое современный танец и насколько хорошо его понимают хабаровчане, разбиралась Татьяна Репина. А могу быть цветком, а могу быть лампочкой, которая горит и которая в процессе моего движения начинает дрожать. Блин, ну представьте, какой кайф, когда я за это зацеплюсь. Ну что, она начинает, знаете, вот. Искать контакт хабаровским танцорам с внешним миром помогает хореограф из Санкт-Петербурга Сергей Медведев. Второй день в танцевальном зале работает творческая лаборатория, как и полагается, со своими экспериментами. Ученики исследуют современный танец через импровизацию и партнеров, учатся физикой выражать личное и недосказанное. Двигайтесь к нему, двигайтесь, двигайтесь, не знаю, обнимите его. Изучать хореографию Сергей Медведев начинал в Хабаровске. Теперь сам преподает современный танец в Петербургском университете культуры, совмещая с собственными творческими проектами. Одним из таких стала лаборатория для танцевального арт-проекта «Вверх ногами». Вопрос не в том, что у нас есть современный танец или нет современного танца, а просто нас должно быть больше. Вот еще задача расширять вот это, расширять именно поле единомышленников в современном танце. Чтобы любить современный танец, чтобы прийти на спектакль современного танца. Да ты можешь быть айтишником, кочегаром, вообще, да, педагогом или врачом. Итогом двухдневной танцевальной лаборатории стал вечер современного танца. На малой сцене Хабаровского театра драмы артисты показали собранную на репетициях зарисовку, моноспектакль и миниатюры. Вечера современной хореографии появились в Хабаровске недавно. Если раньше танцорам было непросто найти площадку для выступлений, то теперь с перформерами сотрудничают даже самые классические сцены города. Малая сцена, она этим и привлекательна. Там эскизная, такая живая, гибкая структура фестивалей, где нет огромной ответственности и красных дорожек, да, вот это вот такое все. Вот. А есть чуть-чуть более домашняя обстановка. И в этот раз хотелось именно так. Мы планируем оставить этот спектакль, развить до спектакля в репертуар и поехать в Комсомольск. Полученные знания на мастер-классах «Физический контемпорари, техника релиза» и двухдневной лаборатории танцоры планируют совмещать с собственной хореографией и идеями. Татьяна Репина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».